Peace possible on this power, comrades, and we are back in Phantom Brigade, a very expensive game with a very stupid propaganda that Western values is something good or something nice. Like, always lie, pretend that you're saving everybody, but, well, say kill, and kill everybody. Значит, что? Ну, начинаем двигаться, да. Мир возможен только силой, ребята, и вы понимаете, что с вами товарищ Атомный. Значит, мы будем все время бежать за ним. So we will all time move behind him. Да, вот так вот, просто тупо бежим за ним. And shoot, и стрелять. Okay, start shooting here. Давайте начнем стрелять вот здесь вот. Next, следующий. So we are shooting, he is equipped with what? We shot now, this dude with shotgun. Это чувак с дробовиком, да? So how the hit, как у нас перегрев? Again, attack at the back, снова по спине ему. And like, I think that would be enough. Я думаю, этого достаточно будет. So now this bot, теперь этот бот. Start running, тоже начинает бежать. Yeah, right here. Сюда бежит. And shoot. И будет стрелять. So first... Okay, first time he will shoot here. Сперва он начнет стрелять вот тут вот. The next... That should be really easy. Вообще-то должна быть очень легкая перестрелка. So we like concentrated all fire. Мы весь огонь сконцентрировали сюда. That's not overheated, не перегрелись никак. This is the second bot, это у них второй бот. I guess we can deal with them, я думаю, мы с ним справимся. So, he started to run, начал бежать. Oh, dude, how you going? Как у тебя дела, чувак? Enemy intercept. Враг перехвачен. Command, we just lost our Viper, requesting permission to fall back. Они запрашивают разрешение отступать. Okay, so this dude is dead. Concussed. Все, пилот, ну, типа, скончался. Вообще-то оглушен, по-моему. That was amazing. Давайте посмотрим еще раз замедленное. I like to see that. That's like a movie. You знаете, как кино смотреть. That was good in pre-planning tactics. Вот что классно в припланировых тактиках. Можно как кино потом просматривать весь бой. And, you know, I spoke that the first pre-planned tactic was Laser Squad Nemesis. You can check that on my channel. But there is, like, about 10 games in that genre. It's not really popular, but maybe because of this game it would be more popular right now. В общем-то, тактики с планируемой механикой, они не так популярны. Я знаю около десятки из них, да. Первый это был Лазерный Взвод Nemesis, у меня есть на канале, да. Там еще есть Альфа Антитеррор, по-моему, про спецназ, что-то такое. В общем, будет интересно, обращайтесь, расскажу чуть больше. So this dude is dead. Этот чувак мертв. Now plan. Переходим к плану. Use the shield. Используй щит. No. We don't need to use the shield. Пока не надо использовать щит. So this one. Вот этот. Start use shield. Начинаем использовать щит. Again, this dude против этого чувака. From the beginning. С самого начала. Okay, here we go. Вот так вот. And move. И двигаемся вот сюда. So we are in shield, мы в щите. Then we open up, потом открываемся вот так вот. Kill him. И давай два выстрела ему. Просто вот так вот возьму. Yeah, like here. Да, вот так вот идем. And move. И вот тут продолжаем двигаться. Здесь вот так вот. Не надо останавливаться. Like set on the side. Со стороны стали. That's nice. And shield. И вот тут вот щит возьмем. Again, target against this. Снова прикрываемся вот этим. This bot. Вот этот бот. Вон, двигайся сюда.
Use the shield, используешь щит. И против него. That's rising heat, типа жар повышает. How that possible? Как это вообще возможно? Shield is not generating any heat. Щит же не производит никакого как бы нагрева. Sad we don't have the home guard. Жалко, что вот типа домашняя стража на нас не это самое как бы, ну, не подходит к нам. Okay, we need to retreat. Нам нужно только отступить. Execute. Давайте выполняем. I want to destroy the second bot. Я еще одного бота хочу уничтожить. How are you? Как у тебя дела вообще? Let's replay. Давайте еще раз посмотрим. Replay. Смотрим. So somebody's here. Кто-то у нас там. Судя по всему, упал. Like from two sides. С двух сторон вообще забиваем просто его. No recording, нет записи. Are you alive? Ты все еще жив? Okay, plan. Атакуем. So he decided to go. Он, походу, решил уходить. Yeah, he decided to run. Oh, he decided to run. Он решил убегать. Now he understood what awaits him. Теперь он понимает, что его ждет. Nothing really good. Ничего хорошего его не ждет. Attack here. Атакуешь сюда. Yeah, attack him. Да. Огонь по нему. And another attack. И еще одна атака. Again, снова вот так вот. This dude, вот этот чувак. I guess that would be enough. Я думаю, этого будет достаточно. Now plan, назад к плану. Wasted. Вообще забили его просто. I guess that's too much. Я думаю, даже это слишком было. We did not need to retreat. Даже отступать не надо было. We just wasted them. Мы просто его наказали, блин, казнили. That's so brutal. Он вообще, на самом деле, бои здесь такие жестокие. Вот, вот реально жестокие. That's really brutal. Okay, what we can have? Что мы можем иметь? SR-1 Midway. Так, забираем вот этот пулеметик. No, fully, полностью забираем. This is all we're taking. Это мы берем. So, whip our bot. Bot. Whip. Taking everything. Это все забираем. Base, mech. Ага, это от меха. Сколько мы можем вынести, да? 50 от базы, 20 от меха. Confirm, подтверждаем. Окей. Okay. Starting salvage. Начинаем собирать. Yeah, take this all. Забираем все это. One step closer. Один шаг ближе. Keep your momentum. 20 war score. Счет минус 20. Вот. Продолжайте надвигаться. A call for aid. Запрос помощи. Rescue home guards. Помочь домашней охране. Battles will break out in contested provinces. Aid the home guard to turn the tide, but don't take too long to the province will be lost. В общем, нужно помогать нашим этим самым домашней страже, да, ручной. Как бы, ну, мы будем это делать. So we will do that. Let's move on. Давайте выдвигаемся. Let's see the mech. Давайте посмотрим на мехи. So they are damaged right now. Они поломаны. But how to build a new mech? Ну, как создать новый мех? Reputation — это репутация. Supplies — припасы. That's a pilot — это пилот. Inventory — инвертарь. Upper body — верхнее тело. So I can like Elbrus. У нас есть Nox M2. So what's different? А чем отличается? Sturdy — упрямый. Integrity — целостность. Okay, so he has more life. У него больше здоровья. Mass the same. Та же самая масса. Heat — та же самая жар. But he has more integrity. Но у него больше целостность. Okay. Why I cannot create a new mech? I have like the free mech warriors. У меня есть свободные пилоты, но я не могу как бы взять и...
Нового меха взять. So skin type. Это у нас как он будет выглядеть? Hair, волосы. Face hair. А, окей, так. Это какой у него набор этих самых. Can I change the color? А можно ли цвет поменять? Окей, okay, I can tune everything. Можно вообще все изменить. Except color, наверное, кроме цвета. Randomly generated, случайно генерируется. Now, he will be in helmet. Давайте вернем его в этот самый. Как он и выглядел. Окей. Let's just hair type. Давайте просто поменяем. А, не, это прическа, да? Окей, okay, save like that. Ну, вот так вот пусть будет. This is not how we equip bots. Это не так мы оснащаем ботов. I don't know how to equip them. Я даже не знаю, как их создать. Like, I have two of three. У меня два из трех. How to create another bot? Как создать еще одного бота? This is like we selected. Это тот, кого мы выбрали. But I can like... I cannot create a new one. Не могу нового создать. That's bad. Maybe somebody would explain. Может, кто-то объяснит, как это делается. Let's pass the time. Давайте время пройдет. Like everything is red. Все так красно. That's graphically nice. Графически-то это прикольно. Unknown contact. Неизвестный контакт. We are aiding help. Мы пытаемся как бы помочь, да. Мы смотрим, что тут у нас происходит. Окей. Okay. What's with Max? Что у нас? Still damage. Все еще повреждены. They should be repaired. Они должны же быть отремонтированы уже. Окей, move in. Давай сюда двигаемся. I want repair a bit. Я хочу немного полечиться. Окей, okay, now we can edit. Теперь можем редактировать. And enter the battle. Ну и пошли в бой. I don't want the pilots. Не хочу сейчас с пилотами разбираться. So this with a machine gun. Давайте вот этот с пулеметом. Not... I want to, like, change the weapon. Я хочу оружие поменять. Midway у нас есть hurricane, ураган. That's a shotgun. Это, по-моему, у нас дробовик. Firestarter — это пистолет. Sharp. How to see the current weapon? А как там показывали, можно смотреть текущее оружие? Burst. Так, это у нас выстрел. Kinetic. 269 урон. 15, 195, 369, 318. Ага, у него и проникновение 195. Shots, выстрелов 6. Optimal range, оптимальный радиус 49, 71. Ага, у этого радиус поменьше. Выстрелов 5, масса 4. Масса 4, выстрелов 6. Heat generation. 145 тепла. 400 скорость. 300 скорость. 90. То есть этот греть будет больше. Midway это что-то промежуточное. Ага, это пулемет вот этот. 419, 18. 100 тепла. Масса выше. 500 скорость, дальность у него 84. Ну, вообще-то, лучше вот этот поставить, да? Да, давайте поставим пулеметик ему. Все, это все, что я хотел поменять. That's all that I wanted to change, really. Окей, ну ладно. Все, нового создать я никак не могу. So what's here, что у нас здесь? Total HP, общее здоровье. Like, there is no possibility to create a new. Невозможно просто создать еще одного. Я бы третьего бота создал. So I've created like a third bot. Let's go into the fight. Ну что, идем в бой. Desperate time. Зачайные времена. You just in time. Ты просто время. The battlefield is desperate blaze of crossfire. В общем, там вообще жесткая перестрелка. Давайте, вы вовремя пришли. Теперь ты всех спаси.
So this is like barely understandable. Вообще, я едва могу понять. Я понял, что вот тут враг, что тут какие-то эти самые натянутые трубы. А вот это непонятно кто. Где мы? Where are we? I don't get it. I think this is the enemy and this is some tubes. So that's all that I understood from this map. The most stupid map ever. Самая дебильная, на самом деле, карта. Вот, из него вообще мало информации можно понять, да. Okay, yeah, we don't have any others. Мы не можем других создать. Like, I want to create a new, but that's impossible. Невозможно создать новый. Кило Поларис. Поларис и Кило. Yeah, there is a tubes, да, вот у нас и трубы. Summit 44. Summit, 45. Summit 45. Summit каких стран? What countries are on that summit? I don't care. Okay. All right, people, let's help the home guard and get a brigade. Here's a fox, looks sharp, and aim true. We're gonna make it out of this. Мы выберемся. Бригада призраков пришла. Сейчас она поможет нам. Home guard units are cut off. Try to either regroup or flank the enemy. В общем, эти самые пехотинцы, эти домашние котики отрезаны от нас, вот, и либо перегруппируемся, либо атакуем врага. Heavily armored units are slow, but capable of dashing, leaping forward with the powerful thrusters. Dash to evade fire and outmaneuver the enemy. В общем, можно уклониться быстро, чтобы уйти от огня, вот, и все такое. Okay, I get it. Я понял. Thank you for explanation. Спасибо за объяснение. This enemy wields a beam weapon. The longer the beam stays on target, the higher damage it inflicts. Ага, это лучевое оружие. Я видел его. So we see. Can be turned quickly while firing. Stay mobile to avoid damage. В общем, они не могут быть выключены, поэтому оставайтесь мобильными, пока стреляет вот эта ерунда. So this bot decided to run away. Этот бот решил отступать. I guess, okay, this is with machine gun. Этот с пулеметом, поэтому давайте сюда сразу. So, let him run here. Пусть бежит вот сюда. And full speed, на полной скорости. And we will attack once. И один раз мы атакуем. I guess somewhere here. Думаю, где-то вот здесь вот. We'll attack once. Вот этого один раз атакуем. Now this bot. Теперь вот этот бот. Also run. Тоже бежит сюда. This is all he move. Это вообще все его движение. Okay. This home guard. Вот этот тогда домашняя стража. Dash. Так, куда он может прыгнуть? Окей. Dash here. Ну, давайте сюда. Collision, столкновение. Окей, okay, he dashed. Он стал, в общем-то, прошел сюда. Окей, okay, now he is behind the enemy lines. Он за врагом. Somewhere here. Давайте где-то здесь начнем его атаковать. 91. Окей, okay, another. Еще один. Like, home guard are not like our dudes. Домашние стражи, они типа не наши, они не останутся после боя. So they will not stay after the battle. Okay, I get it, я понял. This one, так, вот этот. Dash, давайте, прыгнет. Like, here we go, сюда, наверное. Yeah. Let him dash here. Пусть прыгнет сюда. And that's starting attack. И потом начнет атаковать. Right after dash. Да, сразу после прыжка. So he has... he has assault rifle. У него штурмовая винтовка. And shield. И щит. Can attack one more time. Еще можно атаковать. Range. Оптимальный радиус.
Okay, try to destroy. Постарается уничтожить. This time we will like just stay. Тут мы будем просто вот так вот стоять. Okay, and then move. А потом двигаемся вперед, вот так. Start move and firing. Начнет вот тут вот где-то стрелять. At this dude, в этого чувака. Execute plan, выполняем план. So first... What's happening down there? Что у нас там происходит? Okay, I want to see what's happened here. Я хочу больше посмотреть, что здесь произошло. I guess one tank destroyed. Один танк, типа, уничтожен полностью. Yeah, да. Okay, this one is doing nothing. Этот пока ничего не делает. We tried it to fire. Мы постарались пострелять. And replay again. И вот тут вот снова проиграть. Plan, plan. Replay. Повтор. How this doing? Как это did? Okay, he launched the rockets. Он ракеты запустил. Okay, I didn't know that he can do that. Я даже не знал, что он может так делать. He lost a hand. Он уже потерял руку. Really? Серьезно? So, this is like my home guard. Это мой домашний страж уничтожил. Cool. Прикольно. So now, okay, he decided to go the other way. Он решил в другом направлении, да, теперь бежать. Вот так, ну вот так вот ему по мордасу. This is the first attack. Это первая атака. The second one, вторая. And then use the shield. А потом прикрываешься щитом. Here we go. Ну вот так вот, да. This one, вот этот. Moves forward, вперед идет. Like that's, the battles are really dynamic. Битвы достаточно динамические. Okay, I guess that would be enough. Я думаю, этого будет достаточно. First attack, первая атака. 15, вторая атака. Like, it is not hitting nice. Не очень-то хорошо он попадает, да, вот что я скажу. Yeah, while moving, that's not a great attack. Да, пока двигается, не очень хорошо у него получается. So move, выдвигаемся. Двигаемся сюда, да. Again move, потом снова двигаемся. Like this. Так, oh, he cannot do nothing. Он больше ничего сделать не сможет. This bot, I guess, gonna attack. Я думаю, этот бот постарается атаковать. So we will move the other way. Мы будем сейчас двигаться в другом пути. Dash here. Быстрый скачок сюда. And attack this. И атакуем вот этого. We need to attack twice. Нужно атаковать дважды. Just wait, теперь будем просто ожидать. And move, и выдвигаемся. Like here we go, сюда. I don't get, что, он типа взорвется или что? Here is over here. Тут типа перегрелся? Окей, давайте вот этот. So this, вот этот. Why is he so overheated? А чё он так прям перегревается, супер? Окей, ну хорошо, давайте. Let's delete this. Давайте вот это просто поудаляем. So he will not wait. Он не будет ждать.
That's like okay with heat. Тут вроде с прогревом все нормально. И из-за гир, вот здесь он перегревается. Okay, you know better not to use this. Знаете, наверное, вот это лучше вообще не использовать. We can move. Мы можем просто туда добежать. And attack. И атакуем. So that's okay. Так нормально у нас. And that's okay. What's with the heat? Что с перегревом? Still heat, все еще перегрев. Why he is overheating? А че он так перегревается? I don't get it, я не понимаю. He's like overheating. Он вообще перегрелся почему-то, не пойми почему. Окей, окей. I don't get it, я это не понял. Окей, okay, let's see the plan. Давайте смотрим, что здесь происходит. Ау! Oh, is under attack, я понял, его атакуют. What's up here? Что у нас здесь произошло? So he's moving the other way. Он в другую сторону побежал. And like, what's with him? Что? Pilot confused. Ага, пилот, все. Понял. So this dude, этот чувак. Plan, планируем. Move back here, двигается тогда назад сюда. And attack, и атакуешь вот его. 67, 67. More и еще. This is not overheated, надеюсь, не перегрев никакой. So that's confused. Этого мы уже обезоружили. Dash. Давайте скачок быстро выполним сюда. Then move. Потом двигаемся вот так вот. And attack. И атакуем. That gonna be destroyed. Я думаю, этот будет уничтожен. This should move. Этому нужно уходить. Let's dash here. Сюда скачок. Then attack. Потом атаковать будем. Is he overheating? Он не перегревается часом? Or overheating? Или перегревает? Like, yeah, he's overheating. Да, он перегревается, блин. He's again overheating. Он снова перегревается. Okay, then he gonna just move. Ну, тогда он просто двигаться будет. Что ему еще остается делать? Окей, окей, this, так вот это. Let's dash. Давайте отпрыгнем вот сюда. Like back here. Назад сюда. And move behind. И вот за стеночку спрячемся, вот так. So, that's it. Я думаю, этого достаточно будет. Nothing really important, ничего супер важного не произошло. By the way, this, кстати, вот этот чувачок, ему нужно бежать. So he will be running today, он будет просто сегодня бегать. Get on three sides, с трех сторон идем. The battle is pretty easy, бой достаточно-то легкий получается пока. Okay, now dash, теперь скачок свой выполняет, пусть. Так, это чувак сюда. And move. И вперед. Run here. Вот так вот пусть бежит. This also runs. Это тоже бежит. Shoots и стреляет. 19% шанс. So that would be much better. Так будет значительно лучше. 31. Can I do another? Могу ли еще один сделать?
No overheat, перегрев. No, overheat, перегрев. Окей. So, move in. Ну, двигаешься ближе сюда. Так, here we go. Вот так вот. Окей, так, понял. I received a good damage, достаточно хорошее повреждение. And I lost the weapon, я потерял. Окей, 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 так, хорошо. Attack, начинаем атаку. В самом начале. What's this, блин, что это? Eject pilot, это типа эвакуировать пилота. No, I don't want to, не хочу. Yeah, сюда пошли. Overheat, перегрев, как всегда, да? I don't get how this overheat mechanics works. Я вообще не понимаю, как эта механика перегрева работает. Смотрите, вот куда бы я ни поставил, оно все равно перегрев. Like, no matter where I put this, it is overheating. Okay, here we go. Ага, вот тут вот у нас. Все. So, other unit, другая боевая единица. Moving here, сюда подбежал, на щит стреляешь. The target, сюда цель. Окей, okay. Here we go, да, вот так вот. This one, вот это, just shoot, просто стреляешь. Can we shoot here, можно ли здесь стрелять? Окей, okay, another fire, еще один удар. Okay, that's hit more, больше нагрева. No, that's overheating, это уже перегревается. This one, вот этот. Dash, прыжок. We go вот так вот, проходим сюда. And like starting attack, и начинаем атаку. No, нету нагрева. So that would end. Так мы и закончим. I lost the pilot. Я, похоже, пилота потерял. Yeah, looks like I lost the pilot. Да, похоже, пилота потерял. Сто. Окей, танк 10. Это танки у нас. Budget breakdown. Это сколько у нас бюджета. Снайпер, снайпер какой-то. Идиотус Максимус. This unit has some salvageable equipment. То есть у него есть какое-то оборудование, которое мы можем собрать. That's like some packaged items. Какие-то это. Shield, щит у нас есть. I don't need shield, мне щит не нужен. T1 Reach. Что это у нас за T1, T1 достижение какое-то? Packaged items. Some equipment were retrieved intact by your drones during the fight. They are marked for recovery by default at no salvage cost. А, типа они бесплатно достаются нам, я понял. Окей, хорошо. Midway, зачем-то средний этот самый, fire shield, щит, sniper, nox, by the way, that's good, это хорошо. Oh, there is so many parts, так много частей. Nox 3X, это у нас nox 3X, типа такое. Why we need Elbrus, а зачем нам Elbrus? Even this, даже корпус Эльбруса, если мы можем брать Nox. 29, у него побольше масса, но у него 236, это 399 защиты. Let's take this, давайте вот это берем. Stand, это какой-то пистолетик, I don't need that, мне это не нужно.
So let's take some legs, немного ног возьмем. Ног, да, ноги взяли. That's a stupid thing, достаточно глупая штука. 3H, 3H, у нас еще один. Sun Swarm, солнечный этот самый луч. Окей, okay, I guess that's enough, я думаю, этого достаточно будет. Level, equipment, quality, качество. Окей, okay. Ну, вон дальше двигаемся. Out of the fire, из огня. Keep the momentum. Продолжаем точно так же двигаться. Before the storm, перед бурей. Battles. The decisive battle starts. Где-то начинается решающий бой. Окей, okay, I guess we will continue on in the next episode. Ну, продолжим уже в следующем эпизоде. Live long and prosper. Живите и процветайте. So we have only one bot. У нас только один бот. How to, like, equip others? А как другие создать? I don't get it. Я не понимаю. So, can I create here? А могу ли я как-то здесь взять и создать? So, for example, например. Let's take this. Давайте вот этот берем. Вот здесь, что это у нас? Hit description. Описание. Barrier. Барьер какой-то. Barrier. Снова барьер. That's scrap, разобрать, scrap detach, отсоединить detach, deselect, не выбирать, select all, выбрать все, invert, обратить. Окей, okay, Elbrus hands, ну давайте руки Эльбруса, and like Elbrus legs и руки. Invert, обратить, select all, выбрать все. So, how we can create a bot? Как можно бота создать? I don't get it. Я этого не понял. But next time. Ну, в следующий раз разберемся. Live long and prosper. Живите и процветайте. Goodbye. Пока.